Время пошло. Так как я буду брать, если у меня фуловый рейд сейчас уже собран? Жмите на Симон, почему вы не тыкаете? Пиздец, короче, Сити громит Челси 4-0. Жесть. Принимайте Симон. Ты вчера видел Реал Атлетико, кстати? Да. Смойте всех вот этих папироса, сога. Танка на стене нету. Как вы будете проходить? Шуречка АФК. С убоним крематории начинаем. Я не АФК. Так, блять, готовность не принимаешь. Как мне смонить? Умоните мне, пожалуйста. Косарь голды. У меня уже канал присумонил. Все, погнали. Вперед. Погнали, осталось только танков найти, хоть одного. Сейчас сразу погоним. Счастливый спектр, если я помню, тебя подкупал. Сейчас. Думал, ты не там, да? Я думал, вдруг слиться попытается. Ни разу не нужно. Не агрите, пока дальше спекать. Сога, ты где? Сейчас банк какой. Я там Коля сумонил, он на ФК-шит, короче. Не ФК-шу, я на аукцион. Слышишь, купи две СПД-фласки. Кора. Всего дал ты. Я тебе дам голду сразу, сейчас ты сумонешься, я тебе дам. Какие еще с фласки? Две СПД-фласки, на сто ледяного змея. На танка нужны кому? Блять, завязывайте с фласками нахуй. До рейда это делать или идите без, без фласки, блядь. Надо, неважно, сука, танчить уже. Какие без, блядь, так по рейду вагонов всех же без фласок. Где ты вагоны видишь? Пасуй только и все. Страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сестры. У кого-нибудь почта есть? Завидев вас, почта, враг отступит, враг падет, когда свет... Кто там за трэш будет, кстати, до пипа? Сейчас, блядь, доп ГП будет, нахуй. Почему вы... У вас БДК нет, у вас маг танчит, ШП танчит, блядь. Пизда вы, блядь. Счастливо разверни этого пидора. Я ему... Не дамажьте, дайте набрать агроб, моб этот не таунтится. Сука, вы что, блядь, в первый класс пришли, что ли? БДК нет, и вы пошли туда. Встаньте у портала, блядь, Локовского. У шкафа, нахуй. Стойте спокойно. Ты бы мог стать величайшим. Если можно, еще раз. Или если пошли с протопалом бить, то не дамажьте, нахуй. Это протопал. А не БДК. С 10 000. Если можно, еще раз умолиться? Можно, блядь. Только мы мобы бьем сейчас. Вот вам фласки ваши. Люди сдохли. Полетели теперь, блок шкаф. Пал пока не агрит, стой, жди. Тык шкаф, тык. А как выключишь, чтобы зеленый шмот накидало на ру? Где-то там надо. Кого сумани, плюсуйте в рейд. Как-то отключиться, отказаться от будущего. Все, БДК тут, пошли вперед. Давай сумунем сначала весь рейд, какой пошли? Все тут, блядь, не резались. Да никого, нету было рейда здесь. Вон Коров, Ламба. Все тут уже. Флямбы нету. Блядь, копар. Сейчас и релить будешь. Давайте активно все это говно убиваем. Так.
Так, хилы, значит, если в 3 хила вы захилите full inst, то получите по 700 дополнительного ИП. Не считается 7 драйвер. Давай там может хила зайдет, какой-нибудь там спехи. Хилы это машулечка, калпы все на колени. Сколько вайпов даешь на это? Вайпов? Ноль нахуй. Один вайп четвертого хила спеху сразу. Это будет фламба. Или каноп сразу. А что сразу так не сделали? Ну так они говорят захилят. Хотят ЕП, хотят. Ну и зачем терять доп ЕП? Шо уже плавно? Кто хилит? Копар, Машуленко и Калк? Че, не захилит? Да, зачем нужен успех? Без ДЦ, мне кажется, вряд ли. Посмотрим. Че, хилы не захилите, да? Тут как бы игра рейда тоже важна. Вот у вас, допустим, есть 3 ШП. Можно Каноба сразу ДЦ ебануть на фулл инст, все. А это, блядь. Да, блядь, у Эрдруя хуёво хил с ДЦ, блядь. Он бесит уже с ДЦ ходить, нахуй. Ну вот видишь, Копар свой. Ну мы же не для твоего отхила берем ДЦ, а чтобы рейд не падал. Все правильно. Давайте голосовать. Кто за ДЦ, нажимаем да. Хилы жмут нет, весь остальной рейд жмет да. Какой бы носок, с да. Каноп, спекайся в ДЦ. Так я нажал не. И что? Большинство за ДЦ. Придумал, блядь. Так нахуй нам ДЦ? Да хорош. Вы сейчас из ДЦ еще будете падать. Вот там я уже смеюсь. Да не. ДЦ ты гонишь. Ты помнишь, сколько я тогда абсорбы давал, блядь? Ёбаный, блядь. Даже больше 15 тысяч абсорба на лече будет доп ЕП 500. Пиздец, блядь. 15к. На прошлом когда дали столько. Не, ну, в 4 хила ты столько не дашь, блядь, хоть усрись. Там 4 было. Штука на лече абсорба ДЦ? 15к. 15к. Что ты мне это врешь, потому что, блин, я был бы за ДЦ, не рассказываешь, не было там такого. Ну это с абсорб с хилом. Блин. За весь инст может быть. Да сука, не за инст, на лече итоговый. Не поверю. Не было там. Смотрите, там 400к, бля, чисто абсорб на лече может стать. Все, идите в жопу. У меня спекаться в ДЦ, да? Да, конечно. Давай я попробую, сейчас 3 хилда попробую. Не надо никак я пробовать, весь рейд проголосовал, чтобы идти с ДЦ. Мне лично похуй, но я не хочу, чтобы вы падали как бы. Я не могу, надо отдельные ключи. Так поди лучше спекни как не ДЦ, а хила просто какого-нибудь, он тоби в Ршама и все. А у него есть Ршама? Да, должен быть, он же хилил вроде. У тоби нету Ршама. Да, ну, любой может сказать, что нету. Бля, если ему не хилить, бля. Он ходил со мной 10 гер сегодня. У него есть спек, но у него нет шмота. Так, столько. Да, рыбу настрою все. Пишите в РК там пока, на какой спек вы ролите. Куда ИП начислять. Если ничего не пишите, то надо на этот же персайд, на тот же спек. Я на сука спекну с ЧП, слышишь? Посмотрим, наверное. Че, вот зайти мне на шаму или не надо? Не надо. Влад, есть 2 минуты? Нет. По бафам ну, все распределили паладину, я думаю. Ну я ты. Тацуя. Ну все, молодцы. Танк. Краску дружили. Нет, нет. Тихо, блядь. Молодец. Молодец, каски. Счастливый прото, тасуй кресты.
Тасуй кулаки, кал кресты, перебафывай это все. Счастливый на осколке, если что, идет. Хорошо. Кто идет? Счастливый. Счастливый. Вон вару тоже на осколке взял он. Но вар в конце по списку. Молодец, каски дай. Дайте престам каски, пожалуйста. Друидам каски. Касок вообще нет. Интеллект дайте. Чем дольше... Что там? У танки Кора и... И Счастливый. Все отлично. Счастливый принимаем. Начинаем. Побей Тихон, да, вот у меня. Только в чём не стрелили, ревность не сработал. Хуй забили на тебя. Решили не хили. Ты лужа стоял. А в какой луже? Это ещё перед лужей был. Ну куда, не знаю. В танка. Это не тебе абсорб плюс хил у кого скада. Тасуй писал. Конечно. У кого скада абсорб плюс хил, покажите, что я там хилю. Блин, тролль 10% надо кому-то. Двенадцать с половиной хил с абсорба. Не надо никому, блин, тролль, сука. Вот это надо кому. Хуярим трэш, агрим сразу два жука больших и башен. Значит, по машулечке инеры Аркона в Эдстерфол будем лить. По хуй знает, ДЦ надо инер заливать. Джест заливай ДЦ инер, а код заливай холипалу.
ПКД. Чтобы им было проще. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить тот, его кто волю. Откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему чего? Верой и правдой, достигнет таких высот, что вы не в силах даже помыслить. Будет, я просто стол. Подожди. Крест, инту. Каска. А каска если есть. Калк, молодец, каски. Тасуй кулаки, счастливый прото. Все это говно обновляйте, когда люди падают. Лапу еще. Инту, лапу, крест. Да висит у тебя крест. Хорошо, что крест только висит. Значит, да, тоже самое основное это контроль. Я буду контролить все квадратики. Какой-то пидор мне тут комментарии пишет. Ёбичная фотка такая. Бонди Рокс. Пошел нахуй. Значит, я буду все квадратики контролить. Джесс все треугольники, Аркона все луны. Вот. Еще там первый на пол на Сога, потом на Тиркозу, ну там по на полу посмотрите. Так, РДД бьют слева, где два БДК танчит. Протопал, ой, блять, РДД справа, где протопал танчит. А Милики слева, где БДК, два БДК. Видите уже, блять. Вот здесь, вот сюда, где звездочка, сюда подводите трэш, пожалуйста. Не держите там его, блять, не там у лестницы, а сюда, блять, чтобы Миликам было недалеко бежать. Чек не будет. И на второй фазе самое главное бежать от двух. Если вы с ДЦ сдохнете нахуй, у меня просто жопа взорвется и сука я распущу этот рейд. Начинаем. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Или в больницу скоро надо будет. Диск? Все понесло. Да. Все. Все диск он был. Сейчас резак открываем. Китри какие-то эпохального тахлопуза запусти. Канобу ДЦ спекнулся, серп упал. Не выдержал моей пиздатости. Все, диском. 5 минут перекур, идите все чай налейте себе. Потом переходите, заходите в игру.
А вы дадите мне приглашение в группу ВРК? Джедай, он ты тут? Меня слышно? Да. Ёпарас, это кто? Желоны. Я возле босса оказался. Не виноват, сорян. Че, опять висит? Не, все заходят. Полагаю. Заходит? Да. Заходит, да, но сервер подвисает все равно. Можешь не резать, сейчас все равно там дисконутые зайдут и опять сагрят. Дисконутые, заходите. Дисконутые смотрят видюшки на ютубе про вторую мировую, блядь. Чё, говоришь, съебаться надо, да? Давайте лучше съебемся отсюда, сейчас зайдут люди, блядь, сагрится босс. Мул от света стоим, ждем. Как парзик с вам. Заходим. Алло, блядь.
кто там? Зухвар, заходи. Тебя одного ждем. Зухвар, ты тут? Если тут, напиши что-то в РК. Зухпал. Страшные дисконнекты тут. Это вот этот Зухпал, Серега, да, который? Зухпал, ты тут? Заходи. Сейчас это портуем, это без вара будем бить, портуемся к леди. Все портуемся, на ступеньках бафуемся. Видите, жрите, пишите макрос. Антея, беги быстрее. Так, как ты сдох? Живые вроде все были. Ух, вот. Антея, у тебя интернет слабый или комп слабый? Интернет слабый. Даже Сухор зашел. Ты двигаться можешь? Ты вот твой персонаж в игре Альтея. Будешь лететь ко входу в инст, например? Я не прогрузилась. Попробуй, ты что чистишь? Да нахуй какой персисти, интернет хуёвый, медленный, там ничего не поможет. А сколько нужно интернета для Варкрафта? 512 килобит уже, по-моему, достаточно. Там 0 мегабайта за глазами. Каноп, ты где? Тут. Подходи на второй. Братан, чтоб ты знал, Диалаб не дает 64. Маша, ты до сих пор не прогрузилась? Алте. Что ты говоришь? У тебя все еще грузишься? Меня выкидывает, не прогружает. Видать, интернет Кипец. Какой-то... на таком играл, на этот, с флешки, короче. Это будет тогда. У тебя потихоньку ограничение стоит там, блядь. Пробуй отменить, посмотри. Может, она не разбирается. Да, попробуй как-нибудь, если будет время, пригласить какого-нибудь мастера, не знаю, там, знакомого, чтобы он посмотрел, что можно сделать, чтобы с Варкрафтом не было такой хни. Или это интернет новый заказывать, ну, перед вот подключать, или что-то, может, правда, в компе там. Чтоб он прочистил твой интернет. Спускаемся вниз, будем бить без нее. Спускаемся вниз. Все, помните. Пикни мне пока спать, и сейчас я прогружу, зайду. Значит, я квадратики контролю. Кто там, GS треугольники, Аркона месяц. Перекинь, пожалуйста, туба в третью пати тогда. Все, начинаем. Лапку. Каску. Хуяску. Стояли бы. Thank you.
обрети истинную форму. Там, блядь, я же глушик стал. Видите, трэш, блядь. Будем стопать сейчас. Стопнули по боссу, точнее, пряжки готовились убивать. Мирики, забейте трэш, особо приготовил. Довольно. Пришла пора взять все. К трэшу леди и фул дд. Че танк убили? Кого? Танк убили. Хорошо, резко счастливого. Вставай быстро. Захил фул баф. По себе баф одной. Трэш убили. Приверженец милики съебались от леди, убили моба, сука. Ёбаный в рот. На другую сторону веди. Ёбаного босса. Вот сюда, где звездочка. Сюда веди босса. Алло. Здесь появится трэш. На пул на теркоза даём. Появится трэш, а уешенка вместе с ней. А уешенка. Духи, бежим. Глаза раскрываем шире. Вот молодцы. Убивайте теперь. На другую сторону. Леди на другую сторону, духу бежит. Боком по параллели можно бежать? Боком, да, можно. Как Джерри он учил. Контроль, да. Смотри, дал контроль, хотел заебашить гнев. Ну ты пидор, блядь. Мне же вообще не юзан. Давай, этот жест, резкая носка. От духа бежи, трэш, блин. Навешиваем этих пидоров. Все, здесь леди добиваем. Только трэш сначала убейте. Захуярьте последних молов, милики, блин. Сука, убейте трэш. Поставлю метки для тупых и для слепых. Убейте квадрат. Далее контроль, добиваем леди. Треугольник джест. А, джест контроль, все. Все, добиваем эту дуру. Ну, может, в этот момент можно в небо посмотреть. Все, бегите дальше. Нажимайте ролл. Тапки зайдут. Если нужна шмотка. Потом вам бегу. Дайте пати, я зашла. Пусть они в гильдии. Верим, трек. Вот, я релогнусь и спекнусь в шипе пока. На сурка. Послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете. Я вот этого инфернала видел только в мувике, блядь. Да ты бог, ну что, смотрел? Дайте бог поделаем, пожалуйста. Когда? Канал заебись, какой-то квест уебищный на него, да? Да, квест на него полный дырный.
Хорошо, в каждом рейзе кидаю. Счастливый забрал. Не давай, да? Это Павла там тасуй. Да, тасуй получает вторую шмотку. Кстати, вот сколько я там наабсорбил на этой, на леди? Хуй знает. Ну посмотри в стадии. Да, ну у меня уже за 14.5. Тапки кто забрал? Они бисы. Бой висит. Бой висит, трэш бьем. Квадрат. Ушли с корабля обратно, блять. Алло, нахуй. На маунт. Обратно, пошли трэш бить. Люди бегают пешком. Кто тапки забрал? Распалили. Кто? Распалили их. Их никому не надо. А, бисовые тапки. Я с ними 20к давал. Мне послышалось, не спалили их. Я тоже что-то не расслышал. Нету? Не спал. Третья пушка сядет. Мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Оркрон, взлетаем. Вы видите, что это там вдалеке? Кто у нас в рейде 20 тысяч может ДПС дать? Чё там за драконы летают, блядь? Мой трэш? Я за демона могу. Давайте сыграем в игру. Кто даст ДПС только сколько скажет, но от 20 тысяч. Получше 200 ИП. 20 тысяч нормал. Я могу по ФКшить, скажу, что... 0 ДПС. Ничего не дал. Если не даст, то минус 200 ИП. Чё, сыграем в игру? Хуёвая игра какая-то. Кто будет играть? Как обычно, войды ивенты какие-то очень заумные сильно. Да нормально. Тупые не понимают обычно. Ну он Виталий Кун дал, сказал. Сколько дашь? Я не... Че он, 5 тысяч? Да я угораю. Да как ты тут дашь двадцатку, если тут типа по 5 и 6 в рейде, блин? Войд, давай, если, блядь, ты дашь 20, ты себе всё епарейда забираешь. Да нет, по-моему. Если не дашь, ты персов удаляешь, нахуй. Красавчик. Ему вики все полетели. Я не знаю, что в этом смешного, но это абсурд. Трис, я стебнул, подъебал. Не знаю, может ему весело. Все хотя бы посмеялись, в отличие от твоей игры. Похуй вообще. Нет, так нет, засали, значит засали. Так ты тоже засал. А я и не говорю, что я 20 дам. Ты специально от 20 я придумал, спросил, чтоб тебя не трогали. Я спросил, что может кто поможет. Может дафники дадут. А ты колбу не удалял? Да, наверное, что тапки, да. Давай посчитаем по пальцам. Торговцу продал. Сейчас ты умрешь.
под обстрелом! Альянс повержен! Умрет! Королевичу! ГЦ, ёпта. Ебать, ачивы пошли. Меняй лут. Чё там, пушок, я последний, наверное, да? Лол. Чё ты на мейн? На лов. Сука. Наручи на мейн. У меня уже достаточно таких предметов. На лов можно? На лов сейчас. С роли на лов. Это все трое на лов. Что в портал локовский станет, то было бы на пол, что он всегда стоит. Пускай этого ебаного с рука нахуй. Дайте кулак по петам ДК. Так, надо кому-то вот эти наручи? Энхи там, Энхи. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону. Понял. И вместе мы разрушим. Значит, расклад следующий. Флаг топетом ДК дайте. Да, сейчас подождите. Кот и Рога не бьют трэш, все остальные бьют. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Пету ДК, а не по ДК. Понял, я сейчас... Долбоёбе, мне похуй, я не хочу бить трэш. Если мы упадем, будет 500 ГП тем, кто не бьет трэш. Чем это значит сердце Дренора? Я бы не позволил чернокнижникам... Так я не дождусь внятного, адекватного ответа, чем Роги сложнее бить трэш, чем ЭДК или Вару. Я хуй буду бить трэш, пока Рога не бьет. Она умирала, что пройду через... Не бей, может так. Будем считать ты второй Рога. Ну типа ты много не набьешь, если ты не будешь скиллы юзать, а если будешь юзать, то потеряешь компо-поинты на боссе из-за этого. Линканите там за 3 секунды до боя. Монологи пока докослив, блядь, трэш уже сдохнет. Тихо. После босса более детально объясните Триси, почему так. Я понимаю то, что у Дюалин хочет сказать, я не могу понять, почему, допустим, Вар тоже он теряет ДПС, Райтрик теряет ДПС. Ну, Вар как бы нет, просто проблем переключиться. Вар теряет. За беды. Ладин. А чё, он отхиливается, что ли? Он на мне. Ну, обычно, когда Адона забирают. Дайте солю повару. Земля обогрится вашей кровью.
стандартный ДПС 317. Воля. Пиздец. Надись нахуй. Ролим волю. Все, записал, что надо? Да. Да. Там фамбы все равно вышел. Поздравляю. Агрите вальку. Защитник. Порт еще не открыт. Значит, открывайте. Био 2 минуты. Кстати, этот Олег просил скрин. Да, я вот как раз и сделал. Бля, я в конце проебал сколько ДПС, 19 кашел почти фулл босс, сука. Ну тут двадцатку никто не смог дать. Да бля, тут ДПС рейда, блядь, такой донный нахуй, пиздец. Это, блядь, смотри, блядь, после седьмого места, все, что ниже седьмого места, там вообще ДПС ни о чем. У меня вопрос об танке тут стоит. Кто пошел открывать? Папироса, кстати, красавчик нормально дал, блядь, для своего шмота, блядь. Ну, я когда говорил, что могу 15, то был, короче, короткий бой. Я выжил все, что мог. Я, ну, все банки, все, что ну, было доступно. За 5.8 заебись. Это охуенно. Ну, за 5.8 заебись. Я бы столько никогда не дал за 5.8. Ну, тут я сиху 10% скилла. Я, кстати, говорил, я помню, у тебя же был приз папиросочка, правда? Папироса только с двумя S. Да, я его заведу в гильдию, он сейчас без гильдии. Ну, я помню. Ну, мы с Саттомском были еще в каком-то там бородатом 13 году. Здесь играли вместе в одной гильдии. Я помню. Пристатую. Мне надо релогнуть, а если как обратно. Вальку ведешь сюда и идешь к порталу. Никто вот здесь на ступеньках не стоит, блядь. К порталу отходим назад, чтобы вторая не сагрилась. Нам не нужны вайпы, блядь. Пидорские. Она прилетит спокойно, отошли назад. Звезду все встаньте. Петок уберите. Еще отводи. Иди, пока. То кто-то в задницу в вальке встанет, кусает. Теперь ровно вперед идем. Вчера в обычке трешили уже побольше, что не тебе. Валя, Адыс. Чего? Валя, Адыс. Конечно, только надо идти ровно вперед, сука, а не сворачивать. Сука. Еще лабиринт проходите, что ли? Ну, блядь. Идем на кровь сейчас. Хуярим этих негодяев. Прослого имеете в первую очередь. Где копали?
Я технично тебя продиспалил, да? Можно диспалил? Спасибо. Перуска, есть у тебя сковывание нежити? Да, есть. Применишь его на меточку, которую я сейчас поставлю. Вот на квадрат Альтея. Применишь на треугольник Альтея тут. Давай, иди подходи, Альтея. Контроль. Перуска, контроль, Альтея, контроль. И назад отбегайте. Кончается. А, можно капитана включить? Давай, включим. Они дохнут от того, что получают еблет. А где вы получаете еблет? Что, танки, что ли? Я не знаю, я не сдох. Ты тут, я на тебя не вижу, чтобы мобы висели. Вот сейчас на тебе нет мобов. Как дела у тебя? Прием. У меня хорошо, с меня пал снимает. Ну, блять, пал нахуй. Держи, блять, 2-3 моба нахуй, не все. Это не Моро, а Кор, да? БК? Да, может, не живой. Скоро правильно, правда? Не видите, если танки на небо смотрят вместо того, чтобы танчить. Не бейте, дайте им время. Спикайтесь в танк в третьего. Значит, папироска дашь контроль квадрату, альтея треугольнику. Давайте контроль. Я понял, я дал контроль чисто без команды, как в баке. Быстрее рослого сливайте, чё вы увешите? Убейте этого пидора, он бобы кидает на трешки. Открываем, мам. Или раскидываем, чтобы все на кого были. Бафы проверяем. Чек на пульт. Все бафы надо. 300 баф, лапу, не то. Весты паладины, блядь, 4 минуты. Значит, сога на двоих. А, хант с рогой на пулите мобов. Счастливый на келе. Значит, ты летал здесь... обновить. Когда Валанар будет кастовать могучий вихрь. Милики, если вы, блядь, уверены в том, что вы не сдохнете, то прожимаетесь, а? Сейчас вихрь бьет больше, чем раньше. Если у вас 5 человек вокруг вас и вихрь кастуется, то вы сдохнете, блядь. Если 2, то 1 человек.
Кого? ГП. Я объясняю, блядь. Сейчас от вихря вы будете отбегать друг от друга. Не бежать толпой, а отбегать. РДД стойте подальше сразу. Миликом, чтобы место было. Крест, дайте, пожалуйста. Крест. Глупые смертные. Думали, кто бафает крест? Кулипал бафает крест. Непобедимые воины короля Лича. Как, да, крест? Наши силы едины. Игры не сей, я тебе залью вину. И уничтожьте наших врагов! Наксана был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Малонару свершить отмщение. И прольется кровь. Своя чаша полна. Вот молодцы, и так каждый раз делают. Как неинтересно. Если видите, что кто-то рядом, лучше какой-то деф отдавать. Щиток, кожу дубовую, протостойку, щит одевайте, глухая ворона и так далее. Я вообще хрен знает где оказался. И прольется кровь. Идем Талдаром. Ты около стены стоял и блинканулся? Да-да-да, я от вихря блинканулся. Беги прямо на волну летишь. Я где-то внизу, в общем. В подвале. Ну, говорю, беги прямо на волну летишь. Дебафы вешаются, когда я бегу, так что... Сманять, короче. Келеси, это точно что? Кинетику, блин. Над двумя боссами три кинетики. Повернулись, помогли разбить. Кинетик помогает. Танк, смотри за пружинами, уже третий раз за бой. Прожимаемся, сейчас сдохнем. Да, даже бабл не спас. Молимся. Трэш и баш. Ставьте шкаф, сумоньте маг. Если б не ДЦ, тут бы пиздец миликом был. А чё, Долоран протонулся, что ли? Плащ ролем. Ноу. Чё за говно лут, блядь? Нормальный лут. Говно. Это то, что тебе не надо просто. Кольцо бисовое ролем. Наш мод как говно. Ну это, кстати, Валера не очень, оно тебе говняное вообще. Вот это кольцо на лем, оно не идет. С кораблей лучше. Не-не-не, Валерчик. Нормально-нормально, бери меткость, чтобы быть метким. Меткость лучше лем с критом, наверное, взять. Давай теперь метки бьем, а УЕшку выключили, бьем квадрат. Танков хилим, не роняем. Цога сейчас откинет копыта. А когда-то или... Без армы стал. Там метка собирается по-другому немного.
По-моему, надо 11% меткости собрать всего-навсего. Вот. Кому? Элена. Вот. Там, ну, получается, и штаны, перчатки элемовские идут с меткостью. Я не помню еще что-то, сейчас скажу. Ну там легко собрать 11%. Сколько у тебя сейчас меткости? 1 танчец печатью от порчи. На трэше, когда танчишь, переключай на печать повиновения. Забыл переключить. Вот, надо. Поставь себе на удобную кнопочку, чтобы ты мог это делать во время боя. У тебя там, если ты инжу качнешь, короче, у тебя, ну, тебе-то хоста там не особо нужна. Тебе больше, ну. Лучше будет взять скритом только. Так. Ну я понял, что я что-то не то брал. Только не пуляй сразу, вот. Дай мне это, промутить грязные дельцы. Блять, я вспомнил, кто мне две банки просил. Коноп, ты, да? Да. Крест дайте. Ты что, умираешь на каждом боссе, что тебе крест надо? Да нет, там как... Его... Не, он вылетает. Она его отменяет постоянно просто. Ну, не, пал. Я писал, 30 секунд оставалось, так и кашу. По пристам, дай крест. Да. Так по всем дай сразу. Тут была бы нахуй. Ты как крест? Такой нажал кнопку нахуй, крест на всех хуешь. Да бля. Да так. То на принцах было тяжко, пришлось собаку выпускать, это просто. Принимаем это. 200 галды там было. По 94. Где варна? Я не вижу. О, на вкашистый. Начинайте там. Это было неразумное решение. Еще земли напротив стоите. Иди второй укус. Как вам такое?
Если бы никто не подбежал. Кто подбежал? Коноп антифир на себя и маст диспел по репе даже, кто возле луж будет бегать. От луж отмещаемся, сейчас скоро эфир будет. Смотрите там, когда леди побежит в центр, от луж отойдите, а то забежите прямо в них, сдохните. Я пока не могу прочитать. Смотрим, нет? Пора заходить. Себя заходить, дубовую кожу. Зря туда побежал. Все. Ким на хп будет читать Альтея, приготовься. Сейчас фильм пройдет. Рейндж словили, 8 метров, все быстрее. Читай гимн на хп. Хилим. Ждем еще укуза, потом раздадим. Сейчас не надо. Кусайте сильных, ДД. Папиросу. Ас. Дима на угол кусить, да? Спасибо. Папирос на себя антифир. У нас диспел дашь по людям, если будет зло. Это сейчас добью. Там абсорба дал. Вот. Не знаю. 5 шеи. Сколько? Линкани 300. Шеи рольте. Че, куда я лёд? Или лёд? Лёд. Кто-то что-то написал, у меня там линкуется. Не тысяча, тысяча, и мотор, и сколько это было? Так, Аркона один, да? Ну, я извиняюсь, отойду, танк. ДК. А, минутка. Пожалуйста, в танк. Я тоже отойду. Ну, тогда, блядь, попал в один бур. Ну, я спек насещаю. Давай спек. Конечно, не спекайтесь все, у кого танк есть. В синюю лужу не лезем. Сдохните, блядь. Вы, сука, не знаю, что сделать. Выводите их сюда, и мы вам поможем. Попентрахен? Никак не запугать. ГП дам. Треш бьем аккуратно, но сильно. Элегантно. Носок, блядь. Ложный выпад чаще прожимаю. Отбегает. Дохните, вас потом бафт надо. Убили квадрат. Субтитры
РДД квадрат. После смерти. Чилте, блять, алло. Тряся, слышишь? Чё? Ман Сити Челси 6-0. Пиздец. Ха-ха, нихуя себе. Вообще жесть. Ты слышишь? Капель, там Ман Сити и Ливерпуль. Это две команды, которые в Англии нормально играют. Все остальное это не... Ну, я за Ливерпуль играю. Я хочу, чтобы Ливерпуль выиграл Лигу. А попадет этот Ливерпуль на Реал, либо на Барселону и пизда. Так причем кто-то, я говорю, Лигу, блядь, свою АПЛ. Англию. Да ну не скажи, там Ливерпуль сейчас на ходу. Ну, блядь, сейчас Ман-Сити обогнал их. Бля, ребята, снова. Между такими командами, как Реал и Барселона, и Ливерпулем целая пропасть, блядь. Не, Реал в этом году не такой все равно. Не видать ему Лиги Чемпионов. Это мы увидим, Копалик, это увидим. Это еще не факт. Реал, блядь, последние игры, вот, блядь, против Барселоны, они показали такой футбол, что это просто пиздец, блядь. Ну, они вот... Ну, блядь. Ты видел, как они рубили в Барсе? Это просто пизда именно. Именно они в Барсе, по сути, ни в чем там на поле не уступали. Там была такая... Да, они лучше играли даже. Лучше, не лучше, но, блядь, они, ну, Барселона... Лучше играли, больше моментов у Реала больше. Не-не, знаешь, я тебе объясню кое-что. Типа, вот Барселоны убил игру...
чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Это заклинание еще не немного. С этими нечестивыми тварями! Thank you.
должны прорваться к Синдрагосе! Скорей! Остановите их! Yeah.